Сегодня задание установить камеру. Где-то вот здесь на потолке. Ее нужно откуда-то запитать. То ли с гаража, то ли с крыши. Сейчас я полезу на крышу. Большие двери. Покажешь, какие двери в высоту? Прям в проем, да? Ну вот сколько это? Примерно, наверное, ну, больше 2 метров. 2,30, наверное. Двери такие огромные. Высокие. Лаундри. Все так промелькнуло. Гараж. Ты снимешь? Да. Окей. Поднимусь. Я упаду с этой стремя. Выглядит крепко. Вот такие вот тут закрома. Тут, блин, места полно. Вообще прикольно сделано. Вот тут можно везде подобраться к электрике. Можно тут провод запустить, спустить куда угодно. Вот так вот. Электрика вся тут разведена. Вот так. В разные стороны. Утеплитель типа мини-ваты, какой-то кафель, остатки кафеля. Ну здесь нормально тут место, да, еще? Реально тут можно всякие барахло складывать, как бы чердак такой. Туда уже не полезем, да? Потом залезу туда. Решили вот из этой розетки поднять провод на крышу, сделать там розетку в углу и подключить там камеру на крыльце. Для этого сейчас вырежу подрозетник пластиковый. Он там приколочен к страпеле, к бруску. Капец, конечно, там минвата и все еще забито. Дайте дырку. Ку-ку. Они везде, вот тут только площадочка такая, как они сделали такую маленькую площадочку, она квадратов может 10-12, и все, основная часть крыши вот сзади Ирины, там дверца такой, ход, а он тоже без всего, просто там вата лежит там и все. Большая часть, она не заделана. То есть небольшое такое пространство, чтобы что-то сложить. Очень жарко. Очень жарко, мама. У меня уже все течет. Да. По лицу. Здесь находиться. Капец. Вот, все, я, короче, пошла вниз. Вот. Просунул все-таки. Вот там внизу. Вытащил провод, сейчас покажу. Yes.
Электричество там у нас, можно сказать, есть. Так, вот этот провод, которым прокинули через стену в гараж, вниз опустили и вывели из розетки. Сейчас будем розетку ставить здесь. Кто там знает, по коду, не по коду вообще. Все это делаем здесь, в таком месте. Может быть, это пожароопасно. Может быть, это еще как-то опасно. Но судя по всем проводам, которые тут разбросаны под ногами, это как бы все в пределах допустимых значений. Сюда будет подключаться камера, которая будет стоять на входе. Одну сюда, самый низ. Стараемся работать быстро, потому что жара неимоверная просто. И вата такая тут белая забита. Вроде не сильно такая кислоточная. Не как там технониколь типа или урса. Все равно какое-то раздражение от нее сильное. Но от этой тоже чуть-чуть есть. Поймал я на руки себе. Намотал немного. Жара как в бане. Черный. Фаза у них. И вот здесь сзади розетки написано hot wire. Горячий провод. Очень горячий. Внизу у меня, кстати, долбануло током успело. Вот здесь сбоку. Они не заизолированы, у них розетки. Что я делал, демонтировал. Первый раз меня ударило американским электричеством. И не сказать, что это было сильно. Может, из-за того, что 110, не знаю. Кого, может, било током, кто может расскажет. Есть разница 110 вольт и 120. Мне показалось, что как будто послабее как-то так. Но это еще тоже зависит от того, как возьмешься, бывает по-разному. Бывает так, что кожу прижгет, ожог будет, бывает вообще ничего, просто такое неприятное ощущение. Ну, как-то показалось мне послабее, 110 бьет. Первый раз за полгода долбануло. Фух. Капец, все мокрое аж капает. Как в сауне. Реально вот градусов, наверное, ну, 70-80 точно есть. Я думаю, даже, наверное, 80. Там видно, ничего не заслоняю. Может, прям не самая уж красота. Блин, розетку, ой, отвертку забыл, плоскую. Все у них под плоскую отвертку, они тоже любят, как в Советском Союзе. Так, что у нас еще здесь осталось? Провод вот такой вот подтянется, он включится в такой блочок, которая раздает то ли Wi-Fi, то ли как он там изображение все это передает на телефон, на приложение или что-то типа того. И ты с телефона смотришь изображение в телефоне с камеры.
такой вот блочок. Сюда этот провод от камеры заходит. Вот так получается. Включается в розетку. И этот блочок передает изображение по Wi-Fi на телефон. Отвертки, наборчик взял. Такс. В принципе, все. Вот так вот подключаем сюда. Фиключаем. Клац. Одна пускай останется. В принципе, все. Можно идти внизу подсоединять все это. В розетке. Индикаторная отвертка. Это уже внизу в гараже. Подцеплять будем вот этот провод, идущий из-под крыши. Такой индикаторкой здесь проверяем. Вот он, черный провод. Это получается фаза. Ну вот это вот они часто еще так вот электрики иногда обматывают вот эту часть изоленты полностью по кругу. Вот так. Но это, наверное, считается, как бы такие хорошие электрики это делают. Ну, или не ленивые. Вот. Сейчас выключу провод. Ну да. Гараж. Выключили. Гараж мы выключили. Теперь быстренько установим под розетку. Вытащить под розетку, все это заново подключить, там дырки просверлить, протянуть провод, установить камеру, как бы, но у нас просто это не основная работа здесь, и я говорю, что иногда как-то неудобно уже высокие цены называть, когда ты, ну, что-то большой какой-то проект типа делаешь, и за мелочи там типа брать. Как-то, ну, кажется, что поначалу тебе кажется, что ты быстро, да, сейчас быстро сделаю, что тут ерунда. А в итоге, блин, ну, чуть я не, ну, не весь день, конечно, но все равно сил много, что, может, я и сделал это быстро, но не из-за того, что это работа легкая. Ну, практически, да. Там в подарок крючки в ванной пошли, зеркало повесили. Потом что еще, две картины, как бы все равно на это на все время уходит. Да, бывает, что люди как бы, ну, тоже, ну и неудобно уже как-то говорить, что там, а вот это, за это столько. Короче, какой-то, как это сказать, тормоз какой-то, псевдосовесть, или как его, псевдосовести, тормоз, как это. Такая, в общем, ерундистика. А, так. Забыли намотать землю. Что еще было делать на этом объекте? Все столешницы, ну не все, в лаундре и в ванной комнате. Там, значит, из натурального камня. И как оказалось, потом он с, ну, даже сразу и не обращали внимания. Получается, с дырками, с такими, с раковинами, с прожилками.
Вот, мы поработали тогда, мы еще там что-то светильники первый раз вешали здесь. Освещение под кухней устанавливали, подсветку LED. Короче, LED-подсветку. И нам пишет хозяйка, говорит, вау, ужас, что тут произошло. Такое вообще тут, короче, мне раковину разбили. Тут, короче, капец, вы чё, говорит. Как давай там, говорит, обычные люди нормальные подложат специальные там какие-то коврики, короче. А вы как вообще работали? Я говорю, да это не мы. Да мы бы, если бы мы знали, мы бы, ну, если мы бы это сделали, мы бы знали хотя бы. Да, короче, туда-сюда. Ну, а я подкладывал, действительно, у меня был коврик такой, он такой толстый для коленей. Хаски, где-то он здесь, кстати. А, нет, в другую комнату, в другой раз покажу. Короче, этот коврик хаски, но он толщиной где-то 3,5 сантиметра точно. Короче, ну ничего не прокатывает, она не верит. Нет, говорит, это вы мне тут все поиспортили, короче. Вот. Вы, говорит, мне все испортили. Давайте, как она сказала своими словами, давайте, говорит, не будем ходить вокруг да около, как бы, типа, что-то решать. Присылает ролик в интернете, короче, ролик в интернете, как пофиксить эту проблему. Вот, посмотрите, говорит, и приезжайте, ремонтируйте. Я говорю, ну, так и так, хорошо, но это не мы, да, ну, и все такое прочее. Короче, ну, на фотографиях-то непонятно, что это, как бы, раковина в этом, в камне, реально, то есть там маленькая дырочка, а внутри пустота. То есть, ну, такое вообще ничем ты не сделаешь. Просто вот, ну, захочешь даже, ты так не сделаешь, блин, это природный камень. Ну, и в итоге мы там договорились, через неделю приделаем, приедем, все сделаем, все хорошо. Приехали, короче, она говорит, ну, да, это, короче, не вы, то да сё. Я тут вот сейчас контрактор, который делал все эти установки, он сказал, что все это приедет, все сделает, что это как бы, ну, ну, как бы, дефекты камня, как бы, натурального. Они их эпоксидкой заливают и шлифуют. Там вот, если вблизи начнешь рассматривать, тоже, ну, покажу чуть позже. Там прям, ну, трещины капитальные. То есть камень, ну, какой-то, видимо, дешевый, с дефектами. Они все это дело заливают эпоксидкой и полируют. Вот и все. Где-то что-то недополировали, что-то недоделали. То есть это даже как бы, ну, как изюминка такая, шик, что там, да, какие-то раковины, неровности, там, вот это все. Она, то есть, сказала ей уборщица об этом. Вот. Чтобы как бы, ну, может, на нее, на уборщицу не подумали, что она там что-то засадила. Видимо, сказала, что так и так, я нашла дырки. Ну, и в итоге там сами все это они пофиксили, заполировали. Хотя я уже на Амазоне заказал такой комплект ремонта. Эпоксидный такой, с несколькими цветов там. Цветов 7, наверное, ты сам замешиваешь, какой надо цвет такой. И можешь ремонтировать кафель там, натуральный камень. Ну, прикольно, может где-то и пригодится потом. Там что-то в районе 30-ки я за него $30 отдал. Лежит дома теперь. Вот такая история приключилась. Ну и вот все, она потом нас еще раз позвала. Вот, что еще, крышку одеть? Включить. Что, будем проверять, или и так все будет работать? Решили переделать. Сделать внутри гаража розетку с блоком питания для видеокамеры, потому что там под крышей очень жарко, накаляется так, что как в бане, все работает, все, но такие мысли, как, что мало ли что-то случится, решили переделать по собственной инициативе. Вот такие мы инициативные.